Национальный день Ирана и 44-ю годовщину победы в Исламской революции отметили сегодня в Генеральном консульстве этой страны в Алматы. В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел двух стран. На встрече обсудили достижения Ирана за последние годы и взаимоотношения двух стран. В рамках мероприятия была организована выставка ремесленников и товаров иранского производства. Генеральный консул Ирана на встрече отметил, что развитие отношений с Казахстаном считается одним из приоритетов в области внешней политики их государства. Я надеюсь, что сотрудничество и взаимопомощь бизнесменов и инвесторов двух стран, а также взаимодействие государственных и неправительственных учреждений Ирана и Казахстана послужит тому, что мы станем свидетелями более тесных отношений между народами Ирана и Казахстана и развития всестороннего сотрудничества между двумя странами.